Друзья, всем привет! С вами Александр, мотосалон Моторчик. Сегодня у нас в обзоре снегоходы наконец-то. Хотел бы вам показать снегоход Атаки WD-150. Давайте его рассмотрим поближе. Расцветки доступны три цвета: синий, оранжевый, красный. Дизайн современный, яркий, смотрится хорошо. Он управляемый благодаря рычажной подвеске. Соответственно, у нас два А-образных рычага, амортизатор, алюминиевые кулаки. Также сзади подвеска у нас катковая, надежная. Длина гусеницы 170 сантиметров, ширина 38 и высота грунта зацепов 29 миллиметров. Давайте перейдем к органам управления. В принципе, здесь все понятно. Гидравлический тормоз, подогрев ручек курка газа в двух положениях. По приборной панели хорошо читаемый. Приборная панель, здесь показывается скорость, остаток топлива в баке, температура и пробег. Также у него стоит вариатор, простой, без понижайки, то есть вперед, нейтраль, назад. Есть ручной стартер, если вдруг у вас высадился аккумулятор, для снегохода это необходимо. Удобное, широкое, мягкое двухместное сиденье, спинка пассажира и есть небольшой багажник. Друзья, в принципе, по стоимости это считается доступным снегоходом. Они у нас в наличии. Все, звоните, обращайтесь, если есть какие-то вопросы. Будем вас ждать. Всем пока!